Добрый день. Мы находимся сейчас в Ло. По 2012 году турнир был товарищеский. Перед чемпионатом мы приехали проверить свои силы. Сейчас ребята расскажут, как сыграли. Покажу, как сыграли. Ну, расскажут сейчас нам. Как сыграли, Кирилл? Хорошо. Какое место? Первое. Первое? А что так скромно? Понравилось? Да. Даня? Еще защитник. Отлично. Забили сегодня? Да. Нет. Сколько? Не считал. Отлично. Один. Радмир? Мне понравилась игра. Понравилось? Все хорошо, да? Ну, продолжаем дальше, да? Да. Двигаться. Арсений? Нормально сыграл. Забили? Два. Два? Да, мы с Денчиком одинаково забили. А, с Дэном по два забили, да? Да. Молодцы. Марк? Как оцениваете? Хорошо. Хорошо все? Нормально, позитивно? Арсений? Да. Все хорошо, понятно. Ну, как-то вы немногословно сегодня. Хорошо Артем? Сыграли. Кого в финале-то обыграли? Ливади. С каким счетом? А? С каким счетом? 1-0. Захар? Хорошая игра. Молодец, здорово. Сегодня Тема вратарь наш, мало пропустил. Хорошо сыграл. Хорошо сыграл? Так, и два, двое. Был момент забить головой, но промахнулся. Ян, что скажете? Хорошо сыграли. Выиграли первое место, да? В команде продолжаем работать, да? Всего спасибо большое.